Всем шалом! В этом видео я расскажу вам, как получить медиумы 252 уровня. Для этого скачиваем аддон Rift Farm Helper и покупаем на аукционе генератор червоточин темной земли. Но при этом у вас должно быть вкачано инженерное дело хотя бы на единичку. После этого идем в корчи, подходим к архивариусу Ро Сюйор. Если у вас есть четвертый уровень архивариуса, накупаем у него восстановленный ключ разлома. Если же у вас еще нет четвертого уровня именно у архивариуса, убиваем рарников на миникарте. Как можете видеть, у меня сейчас отображаются два рарника. Чтобы у вас они отображались, скачайте аддон Rare Scanner. И помимо этого, как вы бегаете по локации, у вас отображаются сундучки. Также шлутаем и получаем, и помимо этого, репутацию, которая называется Кодекс Архивариуса. И, возможно, вам упадет этот самый ключ разлома. После этого бежим к порталу разлома. Для чего мы ранее скачивали аддон Rift Farm Helper? Заходим в макросы, создаем следующий аддон. /rfh и добавляем его куда-нибудь в удобное место. Заходим в заранее собранной группы, другой поиск группы, фильтры, вводим Rift. И тут мы можем видеть Rift Farm, той плюс макро. Той — это игрушка, что мы купили ранее, а макрос, который мы сейчас скачали. Тем самым отображается VM Off. Регаем вот сюда и ждем, чтобы нас приняли. Ходят в группу 5 человек, то есть, как и в ключи, один танк, один хил и 3 ДД. И как только мы оказались в группе, нажимаем на наш ранее созданный макрос. И помимо этого создается еще один макрос. И также переносим его в удобное для вас место. Что он делает? И когда мы заходим в портал, убиваем мобов в разломе, выходим с группы. И, возможно, на нашем сервере, то есть тут люди с разных серверов. Кто-то вот играет, опять же, с Black Hand, я, допустим, играю с РФ. Допустим, вот мы убили мобов на сервере этого игрока, мы ливнули с группы, у меня появились мобы. Я нажимаю на этот макрос и автоматически раскидываю всем инвайты. Не стоит забывать, ребят, что если у вас нет восстановленного ключа разлома, вы просто-напросто не зайдете в портал, и как бы это глупо не звучало. Так что внимательно перед рифтом откройте свой инвентарь и посмотрите, присутствует ли у вас этот ключ. 5, 4, 3, 2, 1. Нажимаем на портал разлома, после этого нажимаем на нашу игрушку, ждем, пока скастуется наш телепорт. Нажимаем на него и нажимаем «Утроба пустоши проклятых». Будьте внимательны, это также нужно внимательно к этому относиться. Аккуратно слазим с возвышенности, потому что если вы разобьетесь или же умрете, вы выходите с портала разлома. И ничего при этом не получите. Существует два спота для фарма. Вот он, как показывает, у нас первый, и тут, если не ошибаюсь, второй. Всего существует такие 4 моба, называют их мраками. И первый моб находится у нас здесь, второй моб чуть-чуть ниже, третий моб у нас находится здесь, и четвертый на возвышенности. И после этого у нас следующая задача — слить этих мобов. Просто бурстим. Убили мобов, быстренько лутаем, выходим с группы. Если в нашей, то есть у нас сейчас есть мобы, нажимаем на этот макрос, что у нас, точнее, создался автоматически, он всем раскидывает инвайты. Также собираем всех мобов в кучу, и так мы делаем на протяжении 15 минут. Вот мы вышли группы, и в нашей фазе не оказалось, но в фазе другого игрока присутствуют мобы. Принимаем пати, также собираем мобов и также убиваем. И
И вот у нас закончилась рифта, как вы можете видеть, и у нас 15 минут закончилось. Что мы делаем после этого? Летим обратно в Кортию. И сдаем наши ресурсы, что мы сейчас вот это все добыли. Забыл еще сказать. И помимо этого, также еще падают боешки. Для каких-то твинов также будет неплохо. Подходим к Архивариусу. Нажимаем. Я нашел новые реликвии для исследований каталога. И сдаем ему все то, что мы добыли. И вот вы можете видеть, что мы получили аж 4354 единицы опыта и 8709 исследований каталога, что нам и нужно. Один осколок стоит 3000 исследований, а мы сейчас за 15 минут добыли почти 9000, что сопоставимо с 3 осколками. Ну а на этом все, ребят. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Если вам понравилось, поставь лайк и подпишись. И залетай на стримы. Стримы провожу в понедельник, среду и в пятницу. Так что буду рад тебя видеть. А если есть какие-то вопросы, напиши свое мнение в комментарии. Ну а с вами был Артур. Всем пока, до новых встреч.